Что это ты нашел? Вот это. Сики. Je sais pas, c'est qui. Вау, или жули. Голос, я просто охрипла. Говорю тихо из-за этого. И ем гранат. И мне сразу вспомнились, всплыли в моей голове воспоминания о том времени, когда я была беременная. Дело в том, что меня часто спрашивают девчонки, во время беременности были ли у меня какие-то особые вкусовые предпочтения, хотелось ли мне чего-то не так, как всегда. И вот у меня было только два таких вкусовых извращения. Первое – это халва. Я за ней ездила в Париж, в русские магазины, покупала там постоянно. И плюс потом из Беларуси мне моя знакомая передала 3 килограмма халвы. Там была обычная халва из семечек подсолнечника и халва из арахиса. Я все эти 3 килограмма съела, и мне муж тогда еще сказал, что это твоя знакомая, она тебя не любит. Я говорю, почему? Он говорит, ну потому что она тебе передала столько много, целых 3 килограмма. Вот, и второе извращение – это гранаты. Я во время беременности съела не знаю сколько штук. Мне кажется, эта цифра точно зашкаливает за сотню, потому что мне безумно хотелось гранатов. Наверное, чего-то не хватало в моем организме, но я их просто вот покупала. По 3, по-моему, я штуки покупала. И за 2 вечера вот эти 3 граната, они уходили. Я их съедала, я их щелкала, как орешки. Как только вот я родила, все, меня отпустило, больше мне не хотелось ни халвы, ни гранатов. Но сейчас вот в зимний период мне опять захотелось,
я купила и сейчас с удовольствием ем. Видео о своей беременности, о том, как проходила и протекала у меня беременность во Франции. Я долго думала, делать или нет, потому что это такая довольно личная, интимная тема, но я его все-таки сделаю без каких-то там подробностей. Вернее, я неправильно сказала, оно будет с подробностями, но все в рамках приличия, в рамках дозволенного. В общем, обо всем об этом я вам расскажу в своем другом видео. А сейчас приступаем к готовке. Я вам покажу, как празднуют Рождество французы, что готовят, что едят, что является для них традиционным таким рождественским ужином. Смотри, он написал спасибо Милане. Смотри, он кусал печеньку и выпил молоко. Ты представляешь? Давай открывайся. Будешь это открывать большую, да?
прибор. Yeah.